такой очаровательный салат, как бы по-гречески, но по-русски. Это довольно-таки сытное, такое плотное блюдо, очень хорошо насыщает, богато витаминами, белками, там очень много ингредиентов. Вы, пожалуйста, не пугайтесь, от такого количества ингредиентов вам не станет плохо. А только будет насыщение, такое балдеж. Это блюдо я как-то приготовил на званом ужине. Такая есть телепередача. На свой день рождения я пригласил телевидение, РЕН-ТВ, и все это преподнес своим гостям. Они просто пальчики облизывали. Так что, пожалуйста, введите этот рецепт себе на вооружение и давайте поскорее смотреть, как же это готовить. Я готов заявить, дорогие друзья, что сейчас у нас с Олегом начинается космическая гонка. Времени осталось меньше, чем полчаса. Олег, мы успеем сделать или нет? Но если быстро будем нарезать, то, в принципе, уложимся. Так, а что будем нарезать и для чего? Для какого блюда? Так, это мы готовим закуску. Угу. Называется салат греческий по-русски. Хм, а как это так вообще? Такое бывает? Очень странный выбор для массажиста-философа. Парадоксальное название. Если он греческий, почему он по-русски? Есть греческий салат, есть русский салат. Не надо все портить, не надо перемешивать, не надо ничего менять. И что будем использовать? Будем использовать помидор, огурцы, угу, крабовые палочки, перепелиные, так, яйца, так, сметану, майонез, брынзу, маслины, сельдерей, листья салата, угу, зеленого, петрушка, угу, укроп. Угу. И, в принципе, должен был быть базилик листовой, угу, но мы такой не нашли, поэтому пригодится сушеный. Отлично. Можем приступать? Да, конечно. Давай. Давай я пока буду резать овощи, так, ты порежешь зелень. Хорошо. Ой, подожди. Ты заметил, что каждое блюдо я готовлю руками? Ну. И здесь тоже очень важный нюанс. Надо зелень порвать пальцами. Давай ты как хозяин будешь рвать зелень, как шеф-повар, а я лучше порежу помидоры и огурцы. Меняемся. Меняемся. Помидоры режем дольками. Неважно какими, главное, чтобы не больше по размеру, чем перепелиное яйцо. Окей. Те ингредиенты, которые входят в греческий салат, он еще добавит и ветчины русской, и русского мяса, и русских колбас. Пока ты режешь огурцы, я приступаю к сельдерею. Его надо порезать помельче. Самое главное, если стебли окажутся жесткими, угу, то важно, чтобы они были мелкие и незаметно проглатывались. Я очень люблю зелень, и даже если ее будет чересчур в этом салате, я с удовольствием буду есть. А вообще я люблю кавказскую зелень, ореган, кирсалат, кинза. Очень вкусно. Но мы уже закончили шинковать овощи и зелень, так, поэтому давай самое большое блюдо. Пожалуйста. Я пока приступлю к смешиванию. Так. А тебе дозволяю ответственное задание нарезать крабовые палочки, угу, такого же размера кусочки, как огурчики. Слушай, я понял, почему по-русски. Греческие, но по-русски. Крабовые палочки. Точно. Только в России едят крабовые палочки в таком виде, как у нас. Во всем мире едят настоящие крабовые ножки. Итак, Олег готов смешивать все ингредиенты. В миску к огурцам отправляются помидоры, сельдерей и зелень. Так, у меня готовы крабовые палочки. Молодец. Добавляй. Добавляем. Пришло время и остальных ингредиентов. Отправляем в салатник маслины прямо с рассолом и перепелиные яйца целиком. А заправлять почти греческий салат будем русской сметанкой и майонезом. И осталась брынза. И осталась у нас брынза. Я вижу, ты любишь брынзу. Да. Главное, чтобы гости тоже оценили по достоинству брынзу, потому что не все любят соленое. Сам греческий салат я не очень люблю, потому что я не употребляю в пищу брынзу. Но сухие сыры я ем, поэтому думаю, что этот салат мне понравится. Ну и добавляем базилик. Да. Он успеет раствориться в сметане и в соке от маслин. Ага. И добавит приятный аромат нашему блюду. Я приступаю к перемешиванию. Давай. Слушай, а ты уже делал такой салат раньше? Конечно, делал. А-а-а. Я таким салатом питаюсь уже 15 лет подряд. Я тогда понимаю, почему ты такой крепкий. Если эта заправка будет на основе майонеза, мне это не очень понравится, потому что это очень сытно. А для закуски это неподходяще. Так, перемешал? Перемешал. Дальше что? Так, нам еще надо его разложить по тарелкам. Принимаемся за дело. На тарелку укладываем салатные листья, а на них уже русско-греческий салат. Главное украшение блюда – маслина с листиками петрушки. Класс. Салат готов. Повтори еще раз название. Салат
греческий по-русски. Дорогие друзья, нечеловеческими усилиями и космическими темпами мы справились с закуской. Олег, мы ничего не забыли? А посмотреть на часы успели мы? Каждое... А сколько времени? А времени очень даже маловато. Но мы уже успели. Я тебя поздравляю, ты успел приготовить все три блюда, но осталось Спасибо. 7 минут до прихода гостей. Олег уже готов начать свой ужин. Он подает закуску. Греческий салат по-русски. Да, гости дорогие, вот моя закуска. Ой, красота. Да, повезло вам. Красиво. Когда Олег вынес закуску, внешний вид был очень красивый, и мне сразу захотелось попробовать. А я вот предлагаю не есть сейчас пока. Вообще, я предлагаю как не есть? Сейчас поздравить нашего именинника. Олег, я даже не знал, что у тебя сегодня праздник. Но иллюзионисты, они всегда выкрутятся. Я дарю тебе приглашение на два лица на мой концерт. Ну, считай, что я твой поклонник. Отлично. Спасибо. 3, 4. С днем рождения тебя! Побывав у Олега в гостях, я увидел совершенно другого человека. Он немножко нервничал, он так переживал, как мы отнесемся к нему, как к кулинару. И вот это вот волнение, оно сыграло больше положительного в его пользу. Потому что я действительно увидел просто открытого, мягкого и доброго человека. Слушай, ну я не ожидала. Очень свеженький такой, майонезненький. Ты мне листишь. Прям я довольна. Закуска на вкус была идеальная. Единственный момент, я бы чуть-чуть уменьшила количество соуса, потому что для меня это все-таки многовато. А здесь случайно нету соленых или малосольных огурцов? Из соли здесь только брынза. Вот оно что. Мне не очень-то нравится, конечно, брынза, но тут я не чувствую, мне нравится. Когда узнал, что там была брынза, я очень удивился, потому что салат был изумительно вкусный. Греческий по-русски, русский по-гречески. Звучит вкусно, но непонятно. Чуть-чуть, мне кажется, пересоленное, но я уже в сфере последних событий к этому привык. И вот эти вот яички, которых очень-очень много, вот какой-то такой... Где? Очень приятный вкус дают. Вкусно или нет была эта закуска, не могу сказать. Я привык к традиционному вкусу греческого салата. Было оригинально. Если честно, не успел распробовать. Наверное, потому что мало было, а добавки постеснялся попросить. Оливки с яйцами и со сметаной. Это еще подтверждает твою творческую натуру. Мне этот салат понравился. Он полезный, диетический. Поэтому можно дома тоже такое практиковать. Олег, а ты знаешь, вот я когда ходил, мы сходили, смотрели по квартире, у тебя там поделки из дерева, ты давно этим занимаешься? Там маска? Я ее сделал, когда мне было, по-моему, лет 16. Это мое первое произведение резьбы. И до сих пор я вот придумываю новые штучки для этой своей маски. Это у меня такая тотемная вещь, туда вкладываю позитивную энергию, я ее накапливаю, и там прямо в этой маске сотворение всей жизни на Земле. Я вот видел, что ты занимаешься компьютерными играми, и вот мне очень интересно, ты работаешь только как художник, рисуешь эти персонажи, или у тебя идет процесс дальше, ты их сам сканируешь, сам потом учишь движением? В этих играх, про которые вы видели, я там делал, ну, без скромности скажу, практически все. Вот. Титрах я минимум раз 5 написан. Там моя идея, мой сценарий, мои загадки, мои персонажи, мультипликацию я сам делал. У меня тост. Я хочу выпить за таланты Олега. Я очень много сегодня узнал об Олеге. Меня это очень поразило, очень обрадовало. Я, конечно, был хорошего мнения об этом человеке, но, честно признаюсь, не настолько. Ну что ж, дорогие друзья, желаю вам приятного аппетита. Давайте, до новых встреч. Смотрите наши ролики, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки и делитесь этим видео в своих любимых социальных сетях. Здесь внизу есть кнопки. Вот там вот лайки, здесь подписка на канал, а вот еще ряд такой внизу кнопок поделиться, да, это ваши социальные сети. Пожалуйста, делитесь, пишите комментарии. Ну, я с вами не прощаюсь. До новых встреч!